2015 год для меня особенный. Во время велопробега, в котором я участвовал, сбылось желание, которое я не раз загадывал на Новый год и другие праздники. У меня появилась любящая семья. Новый 2016 год я буду встречать уже с мамой и папой. И очень хочу, чтобы у зрителей телеканала «Енисей» сбывались все мечты, даже те, которые кажутся недостижимыми. В новом году не бойтесь мечтать. Смело идите за своей мечтой. И она обязательно сбудется. Мы это точно знаем. С Новым годом! С Новым годом!